В городском поселении Белый Яр в пожаре многоквартирного жилого дома погиб человек. Трагедия произошла во вторник вечером. Загорелась одна из комнат двухэтажной деревяшки на Есенина, 38. Прибывшим спасателям удалось не допустить распространения пламени на всю постройку. Здание обесточили, люди эвакуировались, но при осмотре поврежденных квартир в одной из них обнаружили погибшего мужчину. Обстоятельства его смерти выясняются, как и причины ЧП. Уже известно, что большинство семей из этого дома разместились у родственников. Женщину, нуждающуюся в жилье, временно поселят в общежитии. Пострадавшим окажут помощь по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного по данному адресу от администрации поселения. Единовременную выплату переведут собственнику в размере 25 тысяч рублей на каждую квартиру от администрации Сургутского района. Кроме того, владельцы недвижимости могут рассчитывать на компенсацию аренды другого жилья в размере 15 тысяч рублей в месяц. Дом на Есенина, 38, был признан аварийным 3,5 года назад. Планируемый срок расселения наступит в 2024-м. По факту произошедшего ведется следствие. Проверку проводит прокуратура Сургутского района. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения требований противопожарного законодательства. Обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований прокуратуры района будут приняты меры прокурорского реагирования.